Меня слышно, да? Ладно, хорошо, извините за небольшие накладочки. Вот, мы с вами продолжаем наш мир пыли, день пыли. Вот перед обеденной лекцией вечерней, да, вы прослушали уже сообщение от Олега Эдуардовича, нашего руководителя, и послушали такую теоретическую лекцию Алины Курасовой. Вот, сейчас мы продолжаем наш день. Вот, предполагается, что вы уже собрали образцы, прошлись, прогуляли. Надеюсь, вы хорошо покушали. Вот, и сейчас мы с вами приступим к анализу. Если вы образцы не собрали, это ничего страшного. Вы соберете их после, мы еще раз вам объясним, как это сделать. Вы сможете задать свои вопросы. И так, первое, что я попрошу вас сделать, это пройти в Ментиметр. menti.com. И вот наш код, да, идентификатор, по которому вы сможете пройти на наш опрос. Вот, я попрошу вас туда зайти и больше не выходить, просто они будут меняться, слайды эти. Вот, сейчас давайте проверим, кто же появился. Вот, я делаю. Ага, вот, вас много, вас 4 человека. Кто-то даже собрал образцы пыли, это здорово, это хорошо. Ну, кому не интересно, я надеюсь, вы это исправите. Оставайтесь с нами, обещаю, что сделаем все возможное. Давайте тогда продолжим. Что же мы делали сами, да? То есть мы предложили собрать пыль вам и собрали, естественно, сами, чтобы показать вам, как мы это сделали, ну и вообще попробовать методику. Мы же ученые, мы должны пробовать. Вот. Мы выбрали 4 помещения нашей лаборатории. Наша лаборатория называется «Биогеоклим». Это лаборатория ТГУ, биологического института. Мы взяли несколько помещений, которые несут разную функцию. Ну, то есть какие-то лаборатории, где мы работаем с образцами, есть какие-то офисные помещения, где мы вот, ну, там, за компьютерами что-то пишем. В общем, да, 2 типа помещений мы взяли. Вот. Мы отобрали образцы по единой, как бы, по стандартной методике, нами выбранной. Вы свою методику определяете сами. Мы вот решили, что это будут 4 комнаты, в которых мы отберем с горизонтальных поверхностей пыль, но только тех горизонтальных поверхностей, которые находятся не ниже 130 сантиметров. То есть это высокие полки. Так мы пытаемся исключить влияние заноса на ботинках или какими-то сквозняками, да, крупных частиц. Мы решили, что нам интересно посмотреть, как же отличается вот эта мелкая пыль, да, которая распространяется по нашему дому, по нашим комнатам. Вот. Вы можете выбрать любой другой вариант. Алина вам озвучила, и мы еще раз, если вы захотите, пройдемся по этому пункту. Вот. Первым помещением, которое мы взяли, это обычный рабочий офис. Вот. Мы решили, что мы возьмем образцы с подоконников, пыль с подоконников, но с внешней стороны подоконника. Да, вот, то есть примерно это одно и то же расстояние, да, оно всегда сохраняется. Вот эта площадь, с которой вы отбираете пыль. Вот, ну, у нас это вот такая вот площадь. Мы взяли влажные салфетки, вот, даже влажную туалетную бумагу. У нас это была Зева, это не реклама, поэтому можете взять любую другую. Главное, чтобы она была белая, потому что вам нужно будет определять цвет. Ну и, может быть, чтобы она была не слишком пористая, потому что, чтобы частички пыли как бы не ушли в волокно, да, в ткань саму. Вот. Если вы возьмете что-то такое более плотное, это будет хорошо. Можно, в принципе, даже бумажный платочек намочить и им попробовать стереть, тоже будет нормально. Вот. Это первое наше помещение. Второй образец мы взяли из этого же помещения. Однако помещение это было во внутренней его части. Мы взяли с книжной полки, вот здесь вот, там у нас, ну, как бы мы в этом помещении никакую грязную работу не делаем, максимум там, что мы можем, это попить чай с печенюшками, и в основном сидим и работаем с компьютерами. Вот. Следующее помещение – это лабораторное помещение. Лабораторное помещение – это такая, наверное, одна из самых грязных комнат нашей лаборатории. Здесь мы работаем с почвенными образцами, так как мы почвоведы, с травяными образцами иногда, вот, с торфяными образцами. Все это, как вы понимаете, очень мелкое, хорошо летает и, естественно, оседает на поверхностях, на всех. Вот. Мы взяли, опять же, с полки, которые выше 130 сантиметров, ну, вот тут вы можете увидеть, я специально пододвинула стеклянную колбу, чтобы вы могли посмотреть, вот, след, который вы видите, да, красным он обведен, вот этот. Это вот то, что у нас остается на
полках. Вот. Хотя мы там иногда убираемся, но, тем не менее, довольно быстро скапливается пыль. Четвертое помещение – это, опять же, лабораторная комната, но это лаборатория, в которой очень такое сложное высокотехнологическое оборудование, и там должно быть чисто. То есть мы там даже окна не открываем, туда заходим в чистом, ну, как бы, и не работаем с образцами напрямую. То есть они у нас уже упакованы, как правило, в этой комнате, поступают в те анализаторы, да, с которыми мы, данные которых нам нужны. Вот. И также это была полка, аналогичная предыдущей комнате. Ну вот вы даже сразу можете видеть разницу, да, что она чистая. В принципе, там все поверхности, они не заставлены и чистые. Это тоже влияет на накопление пыли. Вот. И что же мы получили в итоге? Первая комната – это образец с внешней стороны подоконника. С внешней стороны подоконника, вот отсюда, да, мы видим, что он темный, такой очень даже черный. Позже нам эти характеристики его будут нужны для интерпретации. Второй образец – это с полки в офисе. Мы видим, что там тоже пыли довольно много, причем, ну вот что сразу бросается в глаза, это такой какой-то зеленоватый, желтоватый оттенок. Это очень важный для нас диагностический признак, и мы потом тоже об этом скажем. И следующая комната – это лаборатория. Грязная, да, с почвами, в которой работаем, и опять же результат налицо, мы видим, насколько он темный. Вот. Видим какие-то катышки. И четвертая чистая комната относительно. Ну, опять же, у нас самая светлая салфетка там получается. Да, есть признаки, которые мы можем сейчас уже сказать. Да, в принципе, прямо сейчас уже можно сделать вывод, где у нас пыли больше, где меньше. Ну, мы хотим какую-то более тонкую оценку, да, причем оценку, которая можно ее математически подтвердить, потому что любой факт визуально зарегистрированный должен иметь математическое доказательство подтверждения, да, в виде цифры. Ну, там может быть график. Вот. И давайте рассмотрим первый образец. Мы вам предлагаем рассматривать образцы вот в следующем порядке. То есть мы будем использовать с вами 4 вот таких вот характеристики, которые вы будете сами выставлять по 10-бальной шкале от 0 до 10. Это первое – наличие ворсинок. Второе – это наличие крупных частиц, видимых глазу. Ну, это что-то вроде каких-то таких песчаных, да, это интенсивность окрашивания. Интенсивность, да, это насыщенность тона. Вот мы вот именно вот это под этим подразумеваем. И равномерность окрашивания, то, насколько как бы плотно у вас лежит пыль на салфетке, которую вы протерли. Вот. Также вы будете делать анализ цвета, то есть, во-первых, нужно будет узнать его, как бы, в принципе, его найти его как бы математическую интерпретацию. Мы вот предлагаем сделать это с помощью Яндекс цвета. Есть такая, когда вы просто забиваете название цвета в строку поисковую Яндекса, да, и он там серый, допустим. И он вам вот такую вот шкалу предлагает, где вы, переключаясь от одного к другому, можете как бы более точно узнать цвет. Что нам здесь нужно узнать? Нас интересуют вот эти вот характеристики, математические цвета, да, там есть несколько шкал, потом мы тоже вам о них немножко расскажем. Вот. Ну, в данном случае это RGB и вот эти значения, которые вам нужны. Давайте, чтобы не ходить вокруг да около, мы сейчас с вами попробуем все это сделать. У вас есть следующее в ментиметре, я надеюсь, вы оттуда не выходили, у вас есть там возможность снова попробовать выполнить это задание. У вас прикреплена фотография с этим же образцом, и вам нужно выставить эти значения от 1 до 10 на вот этих бегунками, да, по каждому критерию. Пока вы это делаете, давайте мы подумаем о том, чем может быть вызван этот темный цвет, который вы видите. Темная окраска у этого образца, поскольку мы его взяли с внешней стороны подоконника, да, соответственно, мы можем говорить о том, что у нас влияние дороги, потому что темные частицы – это, как правило, сажистые частицы какие-то, да, вот частицы дорожного этого асфальта, да, разрушенного, резины сжженые, вот что-то такого. Плюс, ну, вот рядом наша дорога, да, с нашим институтом – это Московский тракт, там, ну, довольно загружен, поэтому, в принципе, мы имеем право говорить об этом влиянии. Также Московский тракт – это довольно-таки, ну, частный сектор,
не могу сказать, что он большой, но он там есть, да, и это печное отопление. Соответственно, та сажа, которая летит с трубы, да, она летучая, в принципе, да, потому что она легкая. И сажа, как вы знаете, она обладает такими очень хорошими способностями, да, она же жирная, и она хорошо притирается, приклеивается к поверхностям. Это вот называется адгезивные свойства вот у физиков. Физики, да, и вот она вот этими высокими адгезивными свойствами обладает, и вот за счет этого можно объяснить темную окраску, и вот, вот вы ответили, да, я рада, что вы ответили, 4 человека, ну, что ж, неплохо, 5, вот, продолжайте отвечать, если вам интересно, это программа, ментиметр, он показывает среднее значение, то есть он все ваши показатели усредняет, вот, и как бы вы приходите к общему, к единогласию, к единодушию, что хорошо. Хотя, надо сказать, что вот если мы посмотрим мои значения, что вот я поставила, оно отличается. Ну, это вещь такая, да, разбаловка признака, это очень субъективная вещь, поэтому, ну, это нормально. Вот. А мы с вами идем дальше. Дальше у нас следующий образец. Это образец из офиса. Вот. Также я предлагаю вам пройти в ментиметр и там ответить на эти вопросы. А пока вы отвечаете, я попробую что-нибудь рассказать и объяснить об этом. Вот. Что странно, да, казалось бы, в чистой комнате мы видим, что салфетка у нас, ну, грязная, будем честно, да, говорить. Честно называть вещи своими именами. Вот она у нас грязная, хотя комната эта чистая, мы там убираемся. Может быть, там, реже, чем раз в неделю, наверное, да, но мы убираемся, вот. Тем не менее, на полках там видны, вот на салфетке, да, которую мы протерли, видны какие-то какие-то крапинки, да, вот эти вот волокна, катышки, вот, катышки, это вот как раз то слово, и вот этот интересный зеленоватый оттенок, вот. Мы собираем пыль, то есть как мы это можем объяснить? Какой-то такой, ну, у нас лето, да, сейчас у нас растения цветут, и, естественно, пылят очень сильно. Летит пыль, и, ну, соответственно, она у нас напротив там окно, да, с которого мы, кстати, как раз отбирали предыдущий образец, и вот из этого окна к нам также поступает и пыльца, по всей видимости. Можно все-таки сказать, что, конечно, нету сажи, да, потому что все-таки это как бы внутренняя часть помещения, да, шанс, что она долетит и не приклеится куда-нибудь еще, меньше, а вот пыльца, она очень легкая, она не прикрепляется, легко перемещается ветром, и вот похоже на то, что это именно она долетает. Вот. Давайте посмотрим, что же вы выбрали. Да, угу. В общем-то, это даже похоже. Ну вот, да, надо сказать, что у меня, видимо, такие завышенные значения очень получились. Может быть, даже ваш вариант такой усредненный, хотя я вижу, вот есть и отдельные пики, да, где много. Может быть, он даже и правильный. Давайте мы перейдем к следующему образцу. Этот образец мы отобрали в грязной лаборатории, где мы работаем с торфом, с почвами. Вот. И давайте вы сейчас пока тоже переходите в ментиметр на следующий слайд и отвечаете на вопросы, анализируете этот образец. Вот. Я пока расскажу, что же мы тут видим. Вот. Мы видим коричневую салфетку, темную. Вот. Ну, опять же, все это очень объяснимо, потому что мы работаем с почвами и с торфом. Торф, особенно торф, да, очень летучий. Вот наличие вот таких катышек в образце, оно, как правило, связано с органической природой вот этих вот летающих частичек. То есть, когда у нас что-то собирается в катушку, это почти 100% можно сказать, что это органика. Вот, потому что минеральные вещества, они тяжелые, и они так собираться не смогут. Вот, поэтому любая домовая пыль, да, в доме, да, если вы возьмете, и, например, вашим экспериментом будет посмотреть пыль в углах дома, подъезда и, не знаю, беседки на улице, вы поймете, что как бы пыль различается, и вот дома, скорее всего, это будут какие-то крупные катышки, пылинки. Кстати, вот недавно пылил тополь, это может быть пыльца тополя, вот это вот, да, как снег белый. То есть там будут такие катышки, ворсинки, волокна, все это будет органической природой иметь. Здесь в нашем случае это, опять же, в первую очередь торф, как раз то, что в катышке собралось, вот. Ну, и еще здесь может быть то, что легкое легко перемещается, да, это
пыль глинистых минералов, да, глин. Потому что в этой аудитории мы растираем почву, перемешиваем ее в ступках, но, естественно, все это летит, пылит, и вот, скорее всего, вот эти тонкие легкие частички, которые могут подняться, они вот осаждаются. Но, естественно, это вот то, что мы видим, как бы есть верхний слой, да, вот у этой салфетки, занятой вот этими крупиночками, а есть какой-то такой мягкий, плавный, да, там вот, как будто бы подтон. Вот. Это, скорее всего, вот именно глинистые частички. Вот. Как же вы ответили? Ну, да. Всего у вас много. Ну, тоже неплохо. Вот. Ну, как, мы понимаем, что это очень субъективная вещь, но мы попытаемся ее как-то математически описать хотя бы. Вот. С вами. Давайте перейдем к следующему образцу. Это у нас образец из комнаты, которая чистая лаборатория. В чистой лаборатории, как вы уже поняли, мы ни с чем таким не работаем. У нас там вытяжки стоят, все это убирается постоянно. Но, тем не менее, даже там мы видим, что на салфетке скапливается. Причем скапливается какая-то очень мелкая, да, дисперсная пыль. Здесь нет крупных волокон каких-то. Да. Тут такой легкий серый подтон. Серый – это, скорее всего, что-то минеральное. Может быть, что-то очень легкое, какие-то частицы, которые все-таки с дороги доносятся. Вот. Опять же, с другой стороны, у нас выход это двор ТГУ, да, кампуса ТГУ. Может быть, оттуда что-то тоже летит. Вот. Также мы определяем все эти ворсинки. Вот. Ну, и у меня вот такие значения получились. Я не знаю, как вот у вас. У меня нет ворсинок почти, да. Их нету действительно. Крупные частицы, видимых глазу, ну, там, я не знаю, мы видим какие-то отдельные крапинки, да, но их мало. Я написала один, потому что, ну, вот, я вот еще в очках, может, у меня зрение плохое, может, вы увидите больше, да, потому что когда вы вот так смотрите в салфетку, да, это совсем не то, как на фотографии. Интенсивность окрашивания, опять же, слабая, да, потому что очень слабый тон. И равномерность окрашивания, ну, опять же, она страдает. Где-то вот она больше прилегала там больше, да, и меньше, и меньше, и вот такая неравномерно окрашенная салфетка. Вот. Как вы ответите на этот, охарактеризуете этот образец? Вот, давайте посмотрим. Очень интересно знать, как вы считаете. Угу. Вот у кого-то была равномерность окрашивания, я вот на самом деле сейчас подумала, что это может быть даже довольно-таки корректный ответ, потому что она равномерно белая, там ничего нет, поэтому она сохранила свой цвет. Вот, может быть, можно и так еще это интерпретировать. Надо же, кто-то нашел там очень много ворсинок и волокон. Я вот их не видела. Теперь меньше. Это здорово. Ну, тоже в целом, на самом деле, если сравнивать с предыдущими образцами, ваши результаты, они, опять же, меньше по каждому из параметров. Вот. Ну и, опять же, мы делаем скрин с... Ой, прошу прощения. Скрин с Яндекс.Цвета. Вот он, да, вот он у вас так вот выглядит. Я вот решила, что вот этот цвет, он больше всего похож на мой образец. Вот, светло-агатовый серый у меня, такой вот какой-то такой зеленовато-серый. Вы, опять же, можете подбирать, переключая вот на эти квадратики, нажимая, если вы захотите, я вам еще покажу это. Вот, тоже очень удобно. Давайте продолжим дальше. Вот мы с вами получили какие-то результаты, и мы свели их в одну таблицу. У нас наши образцы и наши результаты. Что же мы со всем этим добром делать теперь, да? Вот у нас есть математика, да, какая-то, есть цифры, мы можем это посчитать, вычесть, сложить, какие-то махинации с этим сделать. Но вот в таблице все это как-то не очень презентабельно, да, нам надо как-то понять, как вот вообще, как можно оценивать, да, это. Поэтому будем разбираться, что же делать с этим дальше. Я вот как предлагаю пойти по каждому из критериев, да. Смотрим столбик критерия. Включу лазерную указку. Давайте смотрим ворсинки. Смотрим ворсинки, видим, что у нас явно, ну, по моей таблице, естественно, у вас она немножко, наверное, по-другому может выглядеть. Смотрим ворсинки, видим, что у нас два образца выходят. Это вот образец 2 и 3. Да? Это образец из офиса, это из лаборатории. Почему же они так выделяются?
Будем думать, да, ну, как бы мы уже отчасти сказали, да, почему. Потому что в лаборатории мы работаем с торфом, и он летит, там много органики, поэтому там очень много вот этих волокнистых частиц. Вот. И в офисе мы решили, что это пыльца. Ну, у нас там рядом березы растут, вот так вот сплошной стеной, поэтому, наверное, что-то с них летит. Вот. Мы уже это решили. Думаем дальше, да, у нас... Критериев много. Интенсивность окрашивания. Вот, надо посмотреть за тем, как у нас ведет себя величина, да, как бы в разных комнатах. Вот мы видим, что на внешней стороне здания, да, у нас самая грязная салфетка, во внутренней, самой чистом помещении у нас чистая салфетка. Мы как бы это и так видим. Но вот теперь наш балл – это как бы доказательство того, что это действительно так. Потому что темнее и светлее – это не показатель. А вот там, вот здесь, например, мы решили, что это на сколько? На 4 тонны, да. Вот этот образец темнее, чем вот этот образец. Вот это уже такая, как это, наука понарошку. Вот немножко так. И да, у нас меняется интенсивность окрашивания. Ну, соответственно, интенсивность окрашивания, она очень влияет на наличие вот этих всяких частиц в образце. Самая высокая у нас в верхнем, как мы уже сказали, самая низкая в нижнем, которая у нас самая чистая комната. Вот. Следующий параметр – это равномерность окрашивания. Она в основном зависит от размера частиц, которые вот перемещаются по воздуху. Вот. Опять же, у нас образцы распределены так же, как и в предыдущем, да, случае, по предыдущему параметру. Вот. И, соответственно, мы можем сделать вывод о том, что в верхнем образце, в первом образце, самые мелкие частицы, да, поскольку они равномерно покрывают, и можно сказать о том, что... Ну, вот нельзя сказать, да, однозначно, что вот в четвертом образце у нас... частицы мелкие, просто их очень мало, да, вот это скорее тоже, да, это тоже надо прописать, это тоже вывод, вот, но зато к второму и третьему образцу мы совершенно точно можем сказать, что да, и здесь оно обусловлено размером частиц, что у нас крупные частицы, они не могут равномерно расползтись по вот салфетке. Вот, давайте дальше переходим к следующему образцу. Это у нас московский трап, да, это вот пыль, которая летит, скорее всего, отсюда. И вот как Алина вам показала в своей лекции, что расстояние где-то 160 метров. Примерно такую же картинку мы ждем от вас, что вы покажете нам как бы источник загрязнения, который вы определите для себя, и покажете расстояние до него. Так. Теперь давайте перейдем снова в ментиметр, и вы мне как раз таки сейчас ответите на вопрос. Нужно ли вам показать, как пользоваться Яндекс.Цветами? Я уверена, что у вас никаких проблем не возникнет. Но да. Так, ну 11 человек сказал да, значит, точно показываем. Мы заходим в поисковую систему Яндекс. Ну, естественно, Яндекс.Цвета, а не в Яндексе. Надеюсь, что она у вас есть. Это наша поисковая система, это хорошо. Вот, и пишем какой-нибудь цвет. Какой цвет написать, не знаю. Давайте, не знаю, красный напишем. Да, вот вы видите эту панельку, она вот так вот выглядит, и ну, нам нужно да, получить какой-то шифр. Вот вы здесь листаете их и можете определить. Их несколько цветовых систем, мы тоже о них вам расскажем. Здесь вы выбираете цветовую систему, которая вас интересует. Например, ну вот как у меня в презентации, это RGB, вот, и пытаемся найти какой-нибудь, давайте, я не знаю, чтобы было похоже на вишню. Такой, да, сюда куда-то, да? Ну, нет, да, чуть-чуть темнее, может быть, похолоднее, да, вот, ну, вот так вот. Может быть, даже вот такой какой-то. Вот. И вот таким способом вы переключаете, и у вас меняются вот эти вот значения. Ну, после того, как вы подобрали максимально похожий оттенок, как вам кажется, вы берете, делаете скрин ножницами, ну, или каким-то другим, или это принтскрин, да, вот так вот. Ну, и все, и вставляете его в... копируете, да, и вставляете его в отчет. Отчет я вам тоже покажу. Вот, там тоже ничего сложного. Вот. Ну, я надеюсь, вам было понятно. Если непонятно, вы мне напишите потом в конце, и мы еще раз с вами пройдем эту процедуру. Вот. Давайте теперь о цветовых системах.
Я вот решила, что все-таки это важно, и надо это рассказать, потому что они действительно отличаются. Две цветовые системы. Более того, да, вы заметили, да, вот эти два слайда, чем они различаются между собой, это вот этими значениями. Надо взять ту цветовую систему, которая вам, в принципе, будет понятнее, удобнее, может быть, их две. Это RGB и HSV, да, как-то. RGB — это red, green, blue, да, вот, обычная, да, стандартная. И вот также эта система HSV, она, может быть, не такая популярная, потому что я вот только вот сейчас, наверное, про нее узнала. Как-то СМИК вот есть система, вот, она как-то даже привычнее. Но вот Яндекс выбрал такую, поэтому давайте под такой. Чем они отличаются? Они отличаются как бы логикой смешивания цвета. Да? Если в этой системе, что для нас логично, да, если мы будем смешивать много-много-много красок и смешаем их, у нас получится грязь, да, черная, темная краска. И тут видим, что вот у них именно так и получается. А вот у RGB, если мы будем смешивать много-много-много цветов, да, у них получится белый. Ну, если с физической стороны света и цвета света, вот, то это даже правильнее модель, вот, исконно. А вот это такая более нам понятная, может быть, ну, вот как смешение красок, да. А это смешение света. Если мы возьмем лучи разных цветов и смешаем их, у нас должен получиться белый. Да? Поэтому вы сами выбираете, какую систему выбрать, какой вам будет удобнее, просто вы должны написать, что значения по той или иной системе, да, у вас самые большие, там, получается, в данной системе будут у самого светлого образца, а здесь самые темные у самого темного, соответственно. Вот. Сейчас мы с вами переходим к следующему блоку, это «Ищем решение проблемы», где мы немножко с вами познакомимся о том, что же вообще, как можно вообще эту проблему решить, да, с пылью. Я попрошу вас перейти в Ментиметр снова. И по имеющейся у вас картинке назвать три ассоциации, ну, три слова, с которыми у вас ассоциируется эта картинка. У меня вот, наверное, это, там, не знаю, грязь, это испорченная обувь. Это два слова, но обувь, да, она страдает, поэтому это то слово. И, не знаю, может быть, пыль. Вот, да, пыль — это тема дня. Какие у вас ассоциации возникают с этой картинкой, которую вы видите в Ментиметре? Серый кот. Кот. Интересно, почему там кот? Ну, да. Грязь. Может быть, все. Обувь. Пыль, да. Зима. Да, зима, кстати, вот, очень логичная. Зима, да, действительно, уже зимой это раскидывают. Поэтому. Зима, обувь. Ну вот, в целом, да, мы с вами, мне кажется, как-то солидарны. В общем, это крики, боли за нашу обувь, зиму, снег и... Что там? Так, вы еще отвечаете, да? Угу. Сибирская, да. Вот у меня, я пробовала, когда на своем брате эти слайды, он написал «Россия». Ну, странно, что такие ассоциации, но, в общем-то, они имеют смысл. Давайте с текущего слайда мы начнем дальше. И да, это все вот это вот грязь, все вот эти ваши ассоциации — это песко-соляные смеси, которые очень-очень любят наши власти, наши, ну, вот просто... Принято у нас почему-то песко-соляными смесями посыпать дорожки, да, чтобы не было гололёда. Вот. Не знаю, как вы, но я не часто падаю, вот. Хотя не всегда жила там, где эти песко-соляные смеси используют. Вот. Жила не в смысле в Европе, а в смысле просто я жила в Бурятии, там просто такого нету, мало людей жило. Вот. Да, песко-соляные смеси — это зло, это то, что убивает нашу обувь, убивает наши легкие, потому что весной, когда мы ходим, вот особенно в этом году, может быть, вы почувствовали, сейчас какую-то новую стали использовать, те, кто в Томске живут, вот пыль много было очень. Может быть, из-за того, что весна рано началась и быстро все просохло, вот это постоянно все летало, вот очень тяжело было, такое раздражение какое-то, это тяжело. Вот эти песко-соляные смеси у нас, во всяком случае, используются препаратом, это называется бионорд. Бионорд — это песок с солью, да, который сыпят, чтобы у нас снег не слеживался и не застывал, вот, на дорогах.
Ну, соответственно, как вы услышали из лекции Алины, да, самый главный враг дорожного полотна, один из самых главных, это шипы. Это такие маленькие зубики, которые грызут все время вот этот несчастный асфальт. И, естественно, получается, что у нас зимний период, когда мы растопили весь снег и вывезли его, они у нас не защищены. Ну, а поскольку у нас нужно использовать, асфальт очень страдает. Как из этой ситуации вообще, в принципе, в мире выходит? Я так несколько примеров взяла. Вот этот пример у нас в России, да, это Санкт-Петербург. Очень классная у них идея, мне так она нравится. Это гранитная крошка. Они посыпают гранитной крошкой вот, ну, вот эти вот опасные участки ледистые. Вот. И, ну, естественно, снег не отслеживается так интенсивно. Потом они эту гранитную крошку вместе со снегом собирают вот этими вот машинами. И ее топят прямо там, где собрали. Вот. Потом они ее на зиму упаковывают в мешочки и на склад, и все, оно там лежит следующего сезона. То есть такое безотходное производство, и люди потом не мучаются, да, и во время сезона не мучаются, да, того, что падают. Ну, это действительно травматично, если ты упадешь, да, если там ты бабушка, и тебе, у тебя кости слабые, то это тяжело. А вот так это просто, ну, классная идея, я прям очень... Я бы тоже так хотела. Вот, когда вы станете большими чиновниками, большими начальниками и бизнесменами, пожалуйста, не забудьте про нас. Вот. Уборка снега, да, это вот такой тупой вариант, сложный вариант, непростой вариант. Ну, это особенно у нас в Сибири, да, принято считать, что у нас много снега, хотя, похоже, японцы бы очень поспорили, что снега у нас много. Они просто убирают снег, да, вот берут машины, ездят, убирают, собирают, ну, как бы это вообще ну, их норм. Вот, есть варианты, это в горной местности, где они топят снег. Но там, естественно, нету таких морозов, как у нас. Есть источники, которые постоянно работают. У них просто всю зиму на дорогу как бы льется снег. Ой, льется вода. Вот. И, в общем, бежит. Следующий вариант, да? А, следующая проблема. У нас следующая проблема — это у нас шипы. Я не люблю шипы. Вот, просто. Это шипы, да, которые... Они мучают наш асфальт. Вот, я не знаю, вы всегда, наверное... Вот, я надеюсь, что вы после нашего мастер-класса вы посмотрите, походите по улицам и увидите, что у нас асфальт, и заметите вот эти вот бугорки, особенно они видны на пешеходных переходах, вот эти вот во время дождя они заметны, потому что там скапливается вода. Вот. И обратите на это внимание. Это во всем виноваты шипы, потому что вот это расстояние — это легковые машины, в основном легковые машины, потому что большие грузы, они, в принципе, на шипах не ездят. Да, там автобусы у нас не ездят на шипах, а вот большие личный транспорт с шипами, вот именно они выгрызают асфальт. Как эту проблему вообще решается? Как она вообще регулируется в разных странах? Да? Вот мы на этом слайде можем с вами обратить внимание на том, что вот у нас карта. Да? Карта — это использование шипов зеленым. Это те страны, где использование зимних шин обязательно. Но тут вот большая ремарка должна быть, что зимние шины — это не только шипы. Это еще и... Вот они называются липучки, Алина вам про них рассказывала. Это резина с большим протектором мягким, который, ну, который высокое сцепление с дорогой. Вот. Они, конечно, тоже немножко травмируют асфальт, но это все-таки меньше, чем шипы. Это плохо. Вот. И есть страны, где обязательно при соответствующих погодных условиях. То есть, например, в Германии, если вы будете там, зимой, когда гололед, вы будете без шипов, вас оштрафуют. Вот. И есть страны, где это вот наша Европа, да, наша это светоч, мы же все равняемся на Европу, это зимние шипы не обязательно. То есть можно как бы логически заключить, да, ну, там, с поправкой на погодные условия, что там, где у нас принято, у русского человека, да, считать, что дороги хорошие, там шипы не используются. Как бы совпадение, ну, возможно. Возможно, и нет. Вот. И следующий график, это, точнее, карта, это там, где шипы разрешены и запрещены. То есть в этих странах, в Германии, в принципе, шипы не используют. Если вы просто будете на дороге с шипами, вас тоже оштрафуют, например. Или в Турции там. Ну, в Турции, ладно, там нет, можно гололёда. Вот, ну вот. А тут разрешены всегда. Ну, вообще, конечно, шипы нужны, да, потому что, правда, опасно, там, гололёд. Но самым лучшим способом сохранить, как бы, предостеречь себя, вот, не дай бог, там, происшествия какого-то, это использование, точнее, соблюдение, элементарное соблюдение, как это называется-то, скоростного режима, вот,
скоростной режим соблюдайте, и все будет хорошо. Скорее всего, в городе, во всяком случае. Я не говорю о междугородних трассах, где, ну да, действительно опасно, потому что такие скорости высокие. Следующая проблема – это эрозия почв. Эрозия почв, как бы, да, вместе с эрозией почв у нас очень большое количество пыли поступает. Вот вам Малина рассказывала про, там, про Казахстан, да, очень много про... И, ну, в нашем случае, конечно, это, в первую очередь, газон, потому что мы в городе живем. Вот для примера я привела картинку, очень интересная, я почему-то очень люблю этот пример. Это свалка вообще была, это свалка в Израиле, вот, и они ее рекультивировали, тем самым они как бы закрепили весь мусор, весь грунт, да, что они никуда не перемещаются. Это такая, она еще не законченная здесь, такое сложное архитектурное сооружение, да, ландшафтное. Но это как бы выглядит здорово, это очень такой полезный опыт. Есть варианты с естественным зарастанием угольных отвалов. Это Донецк, Тереконы, вот, шахт. И вот мы видим, что из большой горы мусора, да, вот этого шлака, побочного. У нас получился прекрасный город, да, на территории города, куда вот я фотографии брала с Life Journal, там просто вылазки выходного дня совершают люди, это очень здорово, тоже опыт. У нас, кстати, в этом тоже есть, в Кемеровской области. Вот. Едем дальше. Это зло, это называется газон. Бывший. Вот. Он был газоном, но потом его растоптали, и он стал вот таким. Здесь, конечно, основная причина – это такое неудачное планирование, потому что, ну, опять же, мы видим, что здесь пешеходный переход, здесь дорожка пешеходная, здесь вот, да, вот как-то, ну, вот оно все логично, в общем-то, вытоптано, и почему бы не сделать здесь просто тропинки, отсыпать их, и все, и как бы все бы хорошо было, гравием хотя бы, я не говорю там плиткой выкладывать, но вот. У нас тут тропинки, естественно, это та часть, которая может выветриваться и деградировать, да, и пылить. Вот. Бывают такие варианты. Это такая тропинка суеверия. Это вот, люди там боятся чего-то. Вот, хотя чего нам бояться? И вообще нам, наверное, нужны новые суеверия, раз вот такие дела, чтобы было там, не знаю, прошел по газону, упал в яму там. Я не знаю, вот как-то так, наверное, должны люди верить, что будут ходили правильно. Там, за газоны надо беречь, они делают наш воздух чище. Ну, плюс, да, это, конечно, в первую очередь адекватное благоустройство. Это в первую очередь, конечно. И это следующая проблема. Это боги парковки, которым, ну, они не могут встать, видимо, куда надо, они встают на газон. Вот, я не знаю, как вы. Но я бывает, что вот в последнее время стала ездить и замечать, что да, действительно есть люди, которые встают на газоны. Ну, потому что у нас, естественно, планирование, да, такое, что у нас не всегда предусмотрено большое количество парковочных мест. Ну и вот иногда просто люди, ну, просто об этом не думают. Вот. Очень интересный способ решения нашли петербуржцы. Опять же, вот активисты Петербурга, они просто этих нарушителей... Не предупреждают. Тут, точнее, как предупреждают, напоминают о том, что в законе их города есть такая статья о том, что нельзя парковаться на газонах, парках, там, бульварах, детских и спортивных площадках. И что за это правонарушение есть штраф. Они подкладывают листовки, ну, по такому принципу, под дворники, и, в общем-то, предупреждают. Вообще, ну, пишут, что, как бы, действительно. Ну, я думаю, хороший человек, когда, ну, как он понимает, что действительно он не прав, он поймет и не будет этого делать. Ну, хотя бы просто задумается о том, что действительно это не очень хорошо. Вот у нас в законе Томской области тоже есть такая статья за размещение транспортных средств. Она также, нарушители, они облагаются штрафом, вот, за повторное нарушение штраф увеличивается, поэтому, ну, как бы это во всех городах нельзя, это не то, чтобы... Если вы можете кому-то сказать об этом, если вы просто знакомый есть, кто так делает, и вы вдруг заметили, скажите, ну, друг, пойми, все же так. Вот. Следующие варианты спасения этих газонов – это просто физическая преграда, постановка. Этот путь, он такой сложный, да, потому что он сопровождается какими-то письмами в администрацию, там, в управляющую компанию жилого дома, там, в управляющую компанию района. Ну, это сложнее, но это действенно, и это очень хороший результат показывает. Вот, например, с одного и того же места мы видим, как
как все-таки небольшой заборчик, он позволяет газону расти. Еще один пример. Тут преграда более такая эстетичная, да, это такие столбики, они никому не мешают, выглядят аккуратно. И тоже, заметьте, вот тут даже асфальт не поменялся, потому что вот она трещина одна и та же. Вот. А насколько, как вот этот небольшой участок, он по-другому выглядит зеленой травой, чем... Понятно, что это осенний снимок, но все равно здесь все вот такое разбитое. И вот такой вообще замечательный вариант. Здесь просто камушки. Такой очень ландшафтный, так красиво вписывается в атмосферу. Тут какой-то парк рядом. Вот это тоже Санкт-Петербург. Это реальные вот какие-то вот истории успеха, вот, которые активисты смогли реализовать себя в городе. Вот. И давайте сейчас быстренько с вами пройдем по... Вы можете прямо сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, писать их пока. Вот, а я пока расскажу об, как бы, о том, что у нас будет дальше. Да? Вот, вы уже как бы послушали Олега Эдуардовича, прослушали теоретический курс от Алины, отобрали образцы, кто-то не отобрал, отберет позже, это не страшно. Вот мой мастер-класс, да, теперь вы знаете, как ее описать. И вы сейчас переходите к этапу анализа результатов, после чего вы пишете квиз. Вот. Что мы ждем от вас по итогу? Да? Мы ждем от вас написания отчета о проделанной лабораторной работе. Да? Бланк мы его сейчас покажем, и вы потом сможете его скачать в ВКонтакте под видео нашего дня. Вот. И от 8-11 классов, да, плюс такой небольшой, это эссе, небольшое эссе о том, как бы, какие вообще у вас есть соображения на этот счет. Что вы получите от нас, да, за выполнение лабораторной работы? Что мы можем вам предложить? Это сертификат для всех участников, и победители конкурса наградят сертификатами Озон, Сологифт, космическое растениеводство от ботанического сада ТГУ и деревенское молочко. Да, первое, второе, третье место. Ну, тут немножко варьирует все, но тем не менее победителей мы наградим и будем знать. Теперь смотрим в ментиметре. Есть вопросы, почему пульсы? Перед тем, как ответить, давайте я вам покажу свои, ну, ваш, точнее, будущий бланк. Вот. Это бланк, который вы скачаете во ВКонтакте. Вот он вот так выглядит. Это несколько страничек. Вот. Вам нужно будет его заполнить. Это для того, чтобы вам было удобно выполнить лабораторную работу. Здесь будет необходимо указать ваш ник, под которым вы заходили. Системы во все, там, в квиз, ментиметр, лекции. Если это были разные, наверное, стоит разные указать, если вдруг вы не под одним и тем же. Потом ссылка на ваш профиль ВКонтакте или в Инстаграме, чтобы мы могли с вами связаться потом и как бы, найти, чтобы награда нашла своего героя. И класс. Класс вы обозначаете по предыдущему году. То есть если я закончила пятый класс, я пишу 5, а не 6. Хотя как формально я вроде как шестиклассник, но пятый. Вот. Дальше это лабораторная работа, где вы должны сформулировать цель. Формулировка цели – это очень важный этап, потому что вы должны как бы написать, зачем я все это делаю, почему. То есть в нашем случае вот я могу написать там, цель нашего эксперимента была узнать, какая сравнить, да, и узнать характеристики пыли в аудиториях нашей лаборатории. Вы там можете написать, я хочу узнать, например, свойства пыли на полках в своей квартире, книжного шкафа. Вот, методика отбора, вы тоже должны написать, где там, на каких полках вы как отбирали, сколько, чего. Вот, тут есть пример, вот, вы его после того, как вы скачаете, вы его удаляете и пишете свое, это просто для вас, чтобы у вас был пример. Здесь также дальше идет описание образцов, где вы подписываете, что за образец, там, с такой-то полки, с такой-то высоты, с такого-то бордюра, в такой-то квартире, там, у тети, у дяди, вот, номер образца, фотография образца, это наш образец, да, вы потом просто вот это все вы удаляете, потому что вам это не нужно, и это просто у вас будет для примера. То есть вы сюда вставляете свои данные. Здесь 6 таблиц, 6 колонок, ну, как бы, давайте 6, это будет максимальное количество образцов, чтобы вам было удобно, нам было удобно, и, как бы, можно меньше, больше не надо. Вот, дальше вывод по каждому свойству, вы должны будете написать, что тут, значит, в каком волокон больше почему, здесь почему, там частицы мелкие, тут крупные, да, здесь интенсивность окрашивания такая, тут такая, ну, в общем, по всем этим параметрам. Анализ окраски, здесь вы пишете просто номер образца и значение, вот эти три значения, либо RGB, либо HSV, да, вашего образца, и делаете вывод один,
по окраске для всех образцов. Ну, где темнее, светлее, и вы должны написать, что вот это видно по значениям такой-то системы, темнее там она или светлее, да. И также вот этот блок, он для 8-11 классов, которые пишут эссе. Младшие классы, вы, если хотите, вы писать можете. Это хорошо, это дополнительные баллы, вот, но это для вас не обязательно. Если вы не хотите, вы этого можете не делать. Вот. Тут все вот эти, то, что написано все красным, это потом удалять можно безжалостно, это вам не надо. Вот. По всем вопросам вы можете обращаться к Алине, либо ко мне. Здесь приведены это, ссылки на наш профиль ВКонтакте, здесь вот мой. Поэтому пишите, мы всегда вам поможем, расскажем, объясним, если что-то непонятно. Теперь давайте вопросы. Так. Почему пыль серая? Ну, пыль серая, потому что там сажистые частицы, частицы асфальта, частицы резины, и вот, ну, они, в принципе, такой цвет имеют, да, углеродистые. Углерод, он же черный, да? Вот. Так, как приготовить яичницу? Наверное, не буду отвечать на этот вопрос, потому что это, наверное, не тот вопрос, на который бы мне хотелось ответить сейчас. Но вообще, я думаю, если вы спросите не меня, а Google или Яндекс, он вам обязательно ответит. Вот. Будут ли еще вопросы? Давайте мы подождем еще чуть-чуть, какое-то время. Если у вас вопросы по заданию? Вот. В принципе, если вы хотите просто что-нибудь написать, и у вас есть какое-то мнение о нашей теме, можете это сделать. Если вот, знаете, как у меня наболело за асфальт, за шипы. Вот. Если нет, то нет. Так, ну а теперь, наверное, пожалуй, и все. Ну вот я еще раз повторюсь, что победителей мы обязательно наградим. Вот, выберем их, проверять будем я и Алина, согласовывать с Олегом Эдуардовичем, поэтому можно сказать, что ваши анкеты проверят эксперты. Вот. Те методики, которые вы будете использовать к пыли, они, в принципе, частично применяются, но, как вы понимаете, это очень поверхностный анализ. Вот. Естественно, это не так все происходит. Ну, а теперь, наверное, раз вопросов больше нет... А, нет. А, что будет, если вдохнуть много пыли с результатом? Ну, в принципе, ничего не будет. Вот. Если вы вдохнете, смотря откуда и какую пыль, но вы можете взять и не вдыхать ее, да? Вы, в принципе, и так ею дышите, потому что у вас дома она летает. Вот, принципиально ничего не будет. Что большой объем, ну, не такой уж большой объем. Столько, чтобы было плохо, вы не вдохнете. Ну, вот за один раз, во всяком случае. Если вы будете вдыхать только, или там дыхать каждые 15 секунд, ей туда, наверное, что-то произойдет. И почему пыль вредная для здоровья? Ну, потому что там обитают всякие клещи, микроорганизмы. В основном, наверное, это микроорганизмы, да, которые садятся. Опять же, если пыль мелкая, она хорошо проникает, то это может нанести какой-то дисбаланс, да, в биохимию нашего организма. Есть какая-либо польза от пыли? Да, от пыли есть большая польза. Это... Хороший вопрос, потому что если бы пыли не было, да, мы бы очень редко соприкасались бы с агрессивной, да, как бы частью нашей среды обитания. Вот пыль помогает нам выработать иммунитет. Ребенок с самых первых там, своих месяцев жизни начинает знакомиться с этим миром, в основном, кстати, отчасти через пыль. Вот. Это наш иммунитет. Если нет пыли, то у нас плохой иммунитет, поэтому там, ну, не зря же вот с появлением антибактериальных вот средств защиты у нас увеличилось там у детей количество аллергиков просто. Их действительно стало больше, ну, отчасти потому, что у нас появилась гигиена элементарная, да, раньше люди жили в яме, и все у них было хорошо. Ну, правда, жили недолго, но в общем, так, как дела? Хорошо дела, нормально. Надеюсь, что у вас тоже неплохо. Как выработать пыль в домашних условиях? Выработать. У вас, видимо, очень чистый дом. Вот. Вырабатывать пыль не обязательно. Мы просто... Если у вас так чисто, не вырабатывайте ничего. Выйдите на улицу подышать. Вот. Вы, наверное, в лаборатории живете. Я вот знаю, у нас есть лаборатория. Вот во Франции у нас люди работают. Там иногда там чистое помещение, туда в скафандрах заходят. Вот. И там настолько все чисто. Там, в общем, вообще стерильные условия. У вас, наверное, так же. Но вообще пыль у вас все равно будет, потому что если вы там есть пыль, потому что вот Алина вам рассказывала, да, частички кожи, они сыпятся с вас на пол. Все равно волосы, там, одежда ваша, она потихоньку распадается на вот эти волокна. А?
близкие друзья клещи, да, клещи с нами под боком всегда, постельные клещи, вы знаете, их вот там на таком клочке просто миллиарды может жить. Вот. Где взять пыль, если я в космосе? Космическая пыль, вы тоже об этом слышали от Алины. Вот. А пыль используется в каких-либо изобретениях и науке? Такой вопрос интересный, конечно. Я прямо сейчас, наверное, не смогу вот так вот сходу взять и что-нибудь такой, факт какой-нибудь классный выдать. Но вообще, да, наверное, все-таки используется как бы в науке, да, как предмет изучения, собственно, то, что вы сейчас будете делать с этим. Вот, ну, вот, а так, ну, пыль, да, опять же, для науки, для изучения, там, открытия новых элементов, почему бы нет, да, или пыль. Пыль, когда она очень, как это, концентрируется, она может там показывать, не знаю, вот эта физика тяжелая, там, гео, вот эти поля, да, как-то ориентация вот этих частичек, вот, может быть, так когда-то ее использовали. Ну и опять же, там, не знаю, у нас один прибор, мы калибруем по почве, мы берем фракцию с почвы и калибруем, вот. Ну, в общем, вопросов, похоже. А правда, что тонны пыли с размером... Вот не знаю, не узнавала про пыли с размером планеты. Не факт. Ну, все, наверное, да? Я вижу, что у вас все хорошо, вы были активны. Спасибо вам большое. Мы очень извиняемся, что у нас утром немножко неполадочки были. Вот. И обязательно пишите, если у вас будут вопросы. Скачивайте бланки, заполняйте, и мы вообще очень рады будем с вами взаимодействовать и пообщаться. И, в общем, удачи вам при выполнении задания.